Добро пожаловать на канал Лесной. Меня зовут Влад, и вы находитесь на моем канале. Сегодня я пришел в свою избу, чтобы до конца завершить веранду, а точнее доделать ее составляющую крышу. Вот она. Перед вами я принес три жерди, две небольшие дощечки. Сегодня снимем часть крыши избы для того, чтобы завести рубероид другой рубероид. Взял шуруповерт, взял гвозди, поэтому будем делать, потом сделаем место для дров. А что мне надо будет сейчас, я снимаю вот эти вот деревяшки, которые я крепил вчера. Гвоздем. Их пока отложим. И с той стороны то же самое это надо. Ну что ж, примерно как так пока что получается. То есть я вот эту часть вывел туда. Вот так это выглядит. Да, конечно, не очень так красиво. Вот там сейчас нужно будет заделать. У меня есть жерди еще. Заделаю и раскручу вот эти вот доски. И буду уложить рубероид в два слоя. Один сюда, другой вот сюда. Пойдет. В общем-то, я раскрутил. Теперь рубероид подгоняю. И так, у нас был вот так вот. На этом расстоянии у нас будет. Так. Можно, в принципе, чутка вынести его. И сюда. Да, отлично. Отлично. Ладно, придется его все-таки в два слоя делать. Не два, а чуть меньше, там, двух вот слоев. По одной простой причине. Так. Накладываем. Готово. Теперь надо взять шуруповерт. И с этой стороны тоже наложим. И мы с вами делаем это все.
Ух. Очень устал, пока делал. Еще на улице стало жарко. Выглянуло солнышко. Почти всю неделю у нас было пасмурно. Практически не было солнца. Вот, сегодня выглянуло солнышко, и это уже хорошо. В общем-то, доделал я крышу сеней, веранды, немного натаскал дров, немного убрался на территории. Ну что ж, друзья, вот мы и на крыльце в сенях. В принципе, получилось довольно неплохо. А вот эту вот балку я вообще хотел делать, получается, вот сюда вот. Но так у меня бы не хватило места, чтобы открывалась и закрывалась дверь. Да и вообще, чтобы было какое-то хождение. А вот так вот смотрится довольно неплохо. Я вам не показывал еще с большого обзора, но вот так оно выглядит довольно неплохо. Установил я сейчас свет. Здесь холодный, здесь вот теплый. Горит костер. Сейчас приготовим сосиски. Ну а в следующие разы мы с вами начнем уже делать здесь какое-то место отдыха небольшое и заготовку дров. Друзья, именно вот так сейчас выглядит моя изба. Да, может быть, с некоторой частью не очень-то и красиво вот это выглядит, но в дальнейшем я это все еще переделаю. На ошибках учатся, так что вот. Но выглядит уже довольно красиво. Друзья, день подходит к завершению. Мне уже надо будет сегодня вечером уезжать. Что я сегодня сделал? Я наконец-таки доделал веранду, сени. В следующий раз придем до конца, уже здесь все доделаем, то есть уберемся. Вот. Довольно это выглядит неплохо изнутри, если здесь сидеть и смотреть. Потому что во многих таежных избах вот такая вот штука. Но если смотреть с другого ракурса, конечно, не очень-то и красиво выглядит, но на ошибках учатся. Так что мы с вами здесь потом все заделаем мхом, найдем мох, соберем мха, и думаю, будет отлично. А всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Не забываем ставить лайки, подписываться на мой канал. Ну а с вами был Лесной. Всем пока.